Новая школа появится на улице Урицкого в 2023 году. Сейчас на месте будущего образовательного учреждения строители закладывают фундамент. Это будет четырехэтажное здание, в котором смогут учиться 825 детей. В школе расположатся 4 спортивных зала, а на улице стадион. Педагоги и дети будут работать и учиться в современных оборудованных кабинетах. Еще одна такая интересная деталь в рамках этой школы, что это как бы в связи с тем, что это внебюджетная история, то есть мы проектировали сами ее, да, и все те какие-то вот недоработки, неточности, которые в типовых проектах есть, которые тендерятся по школам, да, мы здесь убирали вообще. Современная хорошая школа по всем современным требованиям, поэтому пожелаем именно застройщику от этой работы не уставать, вовремя все построить. Ну а жители, и мы вместе с жителями будем ждать этого момента, когда мы сможем здесь встретить первоклашек и школьников окружающих домов.